Нутришн завтрак. Сегодня это чокопай в микроволновке. Ну, можем было. Вот здесь вот моя красота. Ай, которую я просто обожаю. Все здесь теперь сохнет. И вот эти виновники вчерашнего торжества, из-за которых я до полтретьего была. Так, ну что, меня ждет Петрушка. Так что сейчас у меня рабочий день начинается. Будем вязать. Так, Григорий у нас занимается творчеством. У нас как это детский мастер-класс по пряникам. Круто. Только по печенькам. Да, вот так вот ручкой подвигай все время до края и только над другой тарелочкой, чтобы не попало на пряник. Вот так вот, да. И вот так вот держать. Угу, да. Что сына теперь рисует, только на печеньках, так как пряничков больше нет. Ну, рисовать можно на чем угодно этой глазурью. Даже на лбу? Да, даже на лбу, сынок. Только нужно подождать, пока высохнет. Да. Тут крыша салатик, обычные помидоры, огурцы, болгарский перчик, укроп и лук. И здесь у меня варятся две пачки шебекинских макарон. Здесь получается каждая 350 грамм. Вот такие вот бантики. Две пачки буду готовить, чтобы на обед и на ужин хватило. Григорий, это свое творчество. Он придумал расписывать пряники не с обратной стороны, а с лицевой, да? Получилось очень даже ярко. Солнышко. Да, красиво очень. В общем, здесь у Григория процесс идет. Обед готов, салатик, макарошки. Сержу не позвонила, если хотела что-то купить, но сказал, что все, его устраивает макароны с салатом и больше ничего. У нас тут яролаж, причем он не знаю какого года серии, очень старый, но очень-очень интересный и до сих пор смешно. Это мой маленький пряника-раскрашиватель трудится. Ну как тебе, Григорий, нравится вообще это дело? Да. Все интересно? Это инопланетный гамбургер. Инопланетный гамбургер. Да, склеены два пряника глазури. Ой, пусть подсохнет. Все, я доделала вот этот вот пряничек. Написала любимой бабуле. И здесь еще будет белая ленточка. Это позволяет вам оценить. Ну что, все пряники упаковала. Сейчас их поеду отвозить. И ну, вот еще одну в магазин. Пекарня. Разве это пекарня? Мама! Так, а вот такой вот для любимой бабули мне очень нравится. А, я прям балдею от него. Он очень милый, нежненький такой. Как хорошо, что у нас есть бабушки. Да? В общем, вот эта вся красота теперь поедет в магазин. Будет там ждать своих клиентов. Заказчиков, не знаю, просто хороших людей. Покажи. Кого, зуб? А, ты теперь без зуба? Так у тебя первый выпал? Да. Вики выпал первый зуб, обалдеть. Ну давай, одеваемся, зайчик, а то мы опоздаем, давай. Мам, скажи там, Вик, скажи там родителям, что это нам покупает, и все. Младший зуб? Котик. Что у нас комнатное растение? Да, завтра день чуть для. Что это у тебя за комнатное растение? Так ты зуб с собой берешь? Да. Давай, 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 шевели. Маленькие, конечно. Молочные они маленькие, потом вырастают уже побольше зубки. Видно? Да вот он, маленький зубчик. Мама. Сына, привет. Алле. Как дела? А мама? Расскажи, ты что, уже из садика пришел? Да. Как ты там сегодня себя вел? А мама. Хорошо? Да. А дедушка? А дедушка уехал. Уехал? Куда? Домой. А бабушка? Домой. Да? Да.
Что мы теперь будем с тобой делать? Банально. Не знаешь, гулять, наверное, или нет? Наверное, надо до дедушки ехать. На куль. А что это? Это лето. А где ты ее взял? А там на кухне. На кухне? Да. Расскажи, как там в детском саду у тебя? Мама. Нормально? Песенки? Да. Поете? Да. В игры играете? Да. С воспитательницами? Как зовут твою воспитательницу? Мама Лена. Мария Андреевна, еще как? Анатольевна. Наталья Анатольевна? Да. Анатольевна. Что? Анатольевна. А, ушла Анатольевна? Да. Анатольевна. Да. Анатольевна. Анатольевна. Да? Нет. Нет? Она утром была, да? Не хочет чего-то. Наш модем включаться. Сейчас выбивал свет. Ну, правда. Конфетку, пожалуйста, кушать на кухню. Видите, не хочет включаться. Горит только красная здесь кнопочка. Антоха тут тоже начала разрисовывать печенье. А вот, кстати, изменения. Мама теперь на новую камеру снимает. На ту, которая тогда у нее разбился этот. А вот этот. Что Афоня нарисовал. Да? Да, вот что Афанасий нарисовал. Мама, что, есть печенье? Ну что, мне как бы не особо-то нравится этот объектив. Посмотрите, как все тут близко, близко на нем. Поэтому не знаю, я что-то не в восторге, зато нет треска. Знаете? Ой, в общем, короче, мне сейчас не очень нравится. Ну, надо посмотреть. Я вот это потом вставлю и разломаю его под навес. Пойду молоток возьму. Ужас. Надо забыть, так, надо будет пряники упаковывать по коробочкам. Спасибо. Да уж. Пряник раскрасил. Угу, очень красиво, сын. А у меня? Мама, у меня? Сейчас покажу у тебя. А вот Антошкины пряники. Это не пряники, а печенье. Да, это все твои печеньки, да? Я еще не дам. Папа! Помаши ручкой. Так, ну что, меня ждет гора. О, гора, гора, гора вещей. Сейчас буду все складывать. Здесь еще все. Тут куча конфет. Это будет вкусный букет. Здесь у меня, короче, на камере, походу, нету автофокуса. Это мне не очень нравится. В общем, здесь у меня куча-куча конфет, из которых будем делать вкусный букет для нашего сенпая. Вот эти конфетки. Тут их столько. Вообще настолько вкусные. Особенно вот этот мне нравится. Укус женщины. Вот этот еще не пробовала. Кокос видно. Упаковочка такая прикольная. В общем, объектив тоже говно. Вообще мне не нравится. Он мне не нравится. Потому что здесь нет автофокуса. Все ручная фокусировка. Ужас, короче. Ужас. В общем, сейчас буду пробовать разные-разные режимы, разные настройки, так что видео будет разное-разное. Посмотрите, я теперь на весь экран. Мне это вообще не нравится. Честно. Вообще, я, короче, не в восторге. Ужас. А что это за мальчик? Ты рыба! Ну, что ты тут делаешь? Копаю. Копаешься? Да. Кто? А, хвостик есть у тебя? Рыбы. У рыбки есть хвостик, да? Ух, это рыбка моя. Кто там дерется у нас? Да вот эта рыба. А где ты на кухне? А,
Пойдем папу провожать? Мам! Так, все, ты на карате, да? Да. Это твоя спортивная сумка? Папа на этот. Нет, ужасный объектив, потому что в комнате ты не помещаешься в этот кадр. Точно, это объектив, это не то, что я полный, это объектив такой. Опять налог на машину это пришел? Крутяк. Они, наверное, хотят, чтобы все плюнут. Да ну вас нахер, оплачу, чтобы они меня оставили. Нет, чтобы мы в налоговую это, да? И сколько ж, опять как будто мы не платили? Или нет, за... 2 750. А, ну за один год, да? Да. А где моя шапка? Так, ну что, я уже упаковала, сейчас осталось только ленточки привязать, вот такие вот пряники, это учитель физкультуры, это, естественно, учитель рисования, это английский, еще английский, потому что у английских два учителя, класс разделен на две группы, и музыка. Так, я здесь упаковываю и смотрю Оксану Пешкову, Кардамон Клаб. Здесь тема, знаете, какая тема? Тема конфет, опять шоколада. Поэтому мне очень интересно. Так, ну что, все коробочки готовы, все с ленточками. Если честно, я не знаю, как там правильно высчитывать, чтобы хорошо хватило ленточек. Чтобы были красивые бантики, ну то есть сколько вытягивать с краю отсюда. Ну и все, ура! Все пряники готовы. Сейчас убираем со стола, складываем этот стол и потом сделаем ганаш для трюфелей. И завтра раки. А завтра что? День учителя, бегать по классам. Для чего? Учителей поздравлять. Да? Потом будем бегать и к физкультуре, и... И куда? И к другим учителям. Так, ну что, все, я Григория забрала. Боже, надо срочно покупать селфи-палку. У меня на вытянутой руке камера, и я в нее не помещаюсь. Это какой-то экшен. Слушайте, уже соскучилась за дульками, за гульками, не знаю, как их называют, еще эти пучки собранные наверху, что-то захотелось мне. Так что вот так вот, что Гриша сказал, завтра мы в СБС едем на лёсики, там офигенные лёсики, это такое огромное-огромное помещение, в котором и комнаты для рисования, и вот эти все лабиринты, которые для Гриши интересны. И всякие машинки, каталки, кубики, домики, все, что интересно Антошке с Афонькой. Так что поедем все вместе туда, вместе с вами. И с вот этой вот новой камерой. Не знаю, еще особо не разобралась в настройках, но не с новой камерой, а с новым объективом, который мне не нравится. Так, давай проверять твою математику, пожалуйста. Сидел учителя. Да, осталось 2 пряника лишних, поэтому их можно скушать. Так, давай математику, сына. А ты все 2 столбика это? Что-то так мало примеров, мне кажется. Ну смотри, 1, 2, 3, 4. Ага. Это все, это 1 столбик. Тут 4 будет. Это 1 и 1, 2, 3, 4. 2 столбика, да? Да. Так, сейчас тогда будем считать. Все правильно. Точно? Я думаю. Ты еще научись от души решать столбиком. Так, ну что, на сегодня все. Будем с вами прощаться. У нас 11. Женя приехал с волейбола. И мы идем спать. Отдыхать, в общем, будем. Завтра у Гриши сокращенные уроки. Ему идти к 10 там с чем-то. Заберем букет для учительницы. Будем ее поздравлять. Да, Гриша? Вот, будем поздравлять учительницу. Будем поздравлять всех остальных учителей, которые учат наших деток. С днем учителя. Мне кажется, это такая сложная профессия. Работа с детьми. Что? Носки. Носки? А, укрыть тебя? Да. Ну, пошли тебя укрывать. Да, пойдем, пойдем. А это? Вот это уже не наше, это Африка. А это?
А это у нас какая там Южная Америка. Пусть Россия купит у Африки Африку. А это Северная Америка. Я думала, что это джунгли. Ну, там а есть и джунгли. Средиземное море. Ну, читай. Оно большое, очень его видно. Нет, оно находится возле, между Евразией и Африкой. Где у нас Африка? Вот Африка. Да. Так, а вот это Азия? Нет, Евразия — это там, где находится Россия. Где вот? Вот, вот же. Тут надо искать дом. Где? Средиземное море. Ну вот, вот оно ж тебе написано. Там вот, да. Средиземное море. Хотел бы я там от тунца порыбачить. Да, оно в Средиземном море? Ну да, тунец. Как вытягивают? Это каратисты. Это и понял. Каратисты. Что там написано? Японское море рядом. Мама, там тунец. Это что, велосипед? Мама, это вон олива. Вот каратисты. Стой, 483. Смотри, каратист. Мама, ты это лива. Да. Смотри, это апака. Это черепаха, да. Это каратисты тут в Японии, да? Я. Это как называется? Это сумо, да? Сумо оно называется. Это баня? Баня? Наверное. Это русская баня, да? Русская, да? Он без конгаса. Кто? Вот этот дядька. А, о, баня. Это что, это обязательно надо было говорить? Да. Так, ну что, вот давайте смотрите, отдыхать. Вот смотрите, долина Бородань. Угу. О, лики, дерево. Все, укрывай, целуй. Спать, всем спать. Мама.